Всем привет, дорогие друзья Анклерони. Сегодня я хочу по игрушку Блуди Бастардс, да. Ну, короче, друзья, не знаю, что за вообще игрушка, просто искал какие-то драки. Какие-то прикольные там. И вот нашел эту игрушку, так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас вообще посмотрим, что за божья игрушка. Если она вам вообще понравится, то как бы напишите об этом в комментариях. Ну что, друзья. Погнали, короче, да, короче, все, погнали. Арена приключения. Ну, это мультиплеер еще получится, да? Приключения один. Продолжить, в принципе. Я не знаю, куда нажимать. Еще закрыто. Погнали в бой. Игрушка в 2D. Ну, в принципе, как бы это все равно достойно, мне кажется. О! Как? Что делать? А что делать-то? На, получай. Ты получай, боже. Как вибрацию выключить, я не понимаю. Иди сюда. Боже. Ё-моё. Ты шо вообще? Ты знаешь, кто я такой? Подожди, я это же, кто я? Воя, да? Как идти? Как идти? А как идти вообще? А как двигаться? Как я двигался? Я вообще не понимаю. Ну-ка. На. А как ты двигаешься, человек? Иди сюда. А как? Я вообще не понимаю, как. Как двигаться мне? Как мне двигаться? Ничего, все равно не понял. Ну-ка, просто вот так нажимать, да? Так он все уже в крови весь, да? Не очень понятно. Погнали еще раз. О, что за макака, а? Иди сюда, макака. Иди сюда, слабак. На тебя по лбу. Чё? Где 10 рублей, Саня? Саня, где мои 10 рублей? Саня, где 10 рублей мои? Так, боже. Саня, где мои 10 рублей? Саня, ты вообще офигел? Саня, 10 рублей вернул. Где 10 рублей? Мне на сухарики не хватает. Ты чё, вообще? О, у меня ещё просрал, да ему вообще хана. Всё. Откинулся, закинул. Подождите. Как выключить вибрацию? Она меня раздражает. Настройки. Настройки. Обучение, копию контакт. Удалить объявление. Режим зомби, режим снега. Музыка. Во! Все, найс. Пусть музыка тоже, короче, будет, мне как-то вообще будет. Все, мы продолжаем, я не знаю, что происходит. Что за челик? Опа, серьезный? Серьезный человек? У меня вообще щит есть, так что вообще. Ну-ка, как мне найти? О! Давайте сюда. Нифига! Мне уже нравится эта игрушка, только я немножко не понимаю, как мне. Управление, конечно, немножко странное, но давай. И сюда! Зарежу! Иди сюда! Боже! На! Иди сюда! Немножко управление, конечно, странно, но. Оп-оп-оп-оп! И оба! Ты чё, вообще офигел, челик? Ну смотрите, он вообще в хлам, ребят. Опа, ты чё, вообще? Изи вынесли. Погнали следующий уровень. Я не понимаю вообще. Опа, что за усяж? Он на меня похож, смотрите. Ну привет, благиат. Опа. Так. Так. Ты чё? Иди сюда. Да, больно, да? Ну вот так, молчи. О, все, я разозлился, ребят. Максимально. Так, щитом защищаемся. Опа, опа.
О, ребят, ему хана. Ему хана, ребят, отвечаю. Он просто все. Ему просто не жить, все. 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 Просто упал. Ты сможешь что-то купить? Мне просто интересно, друзья. Я хочу что-то реально купить. Ну-ка. А ну-ка. Жди. Это лучший меч взять? Вот так? Или вот так? Да это чем-то нафиг, ребят, не нужно, если честно. Опа, ребята! Ой. Вам такой беленький. Дальше что? О, за косарнее. Штаны. Штаны бы нам купить. Ну, получше они. Дальше. Не тёплые. О, брутально такие. Меч. Меч еще нельзя. Щит. А щит нам нафиг не надо. Зачем нам этот щит? Не понимаю. В бой. Все, пятый уровень. Ох, ребят, let's go. Я не знаю, что за игрушка, но она реально прикольная. Мне она нравится. Возможно, вам покажется, что она какая-то секундная, но это, по-моему, реально прикольная игрушка. У меня два ножика. Ажи, двумя так можно фигачить? Ра-та-та-та-та. На-на-на-на-на. Ребят, смотрите. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, как мы укрываемся. Ну-ка, подойди, подойди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так раз одним, другим. Мы просто машины для убийств. Вот смотрите. Машины для убийств. Просто офигеть. Давай, нападай. Давай. Просто машинам убийств. Смотрите, какой у нас забив. Давай, идите сюда. Получай. Все. Все, ты умер, нет? Сдался, ботяра. Ну, сыкло. Цикло. Просто вот... Вот тебя будете знать, если есть на руню. На руни. Руни, да. Так, let's go. Так руни делать с теми, кто не возвращает ему долги. Да. Так что возвращайте руни долги. Не будьте паршивцами какими-нибудь. Так, все. Да я просто машина для убийств, смотрите. Оп. Иди сюда. Я сейчас тебя кастрирую. Давай, давай. Хоп. После ликвидируем челиков. Так, осторожно. Так, ты чё вообще офигел? Значит, он вообще жив. Как жестко. Ну мы вообще не щадим просто никого, ребят. В следующее время погнали. Мы реально просто никого не щадим, друзья. Опа, что за у нас тут усатый челик? Получай. Давай, на меня, давай иди сюда, давай, чё ты меня боишься-то? Давай. Давай, сам на заби вызывал, давай. Давай, это просто война. Да. Ты заколебал, давай иди сюда, давай. Да. Ну все, тебе хана просто. Двумя ножами, ря-та-та-та-та, погнали, ребята. Ря-та-та-та-та, просто все, но он трупяк, ребят. Все, ребят. Ну вынесли, все. Он просто откинулся, ребят. Погнали. Let's go, просто. Так. О, весь приодетый, богатый Пабло. Тебя это просто не спасет, понимаешь? Это у меня два ножа, у тебя один, ты понимаешь? Просто не надейся даже на победу, я тебе сразу же. Просто не надейся. Раз, я руку поранил. И просто, давайте, двумя ножами. Вот так. Хорошо, ты что, вообще офигел? Ну все, смотри, у меня кровотечение когда идет. Да, у него само хп тратится, когда кровотечение идет. Да, правильно понимаю. Подожди, я хочу что-то купить. Так, так. Купить что-то хочу себе. Могу я что-то себе? Это что такое? Опа! Купаем. Это что такое? Пока что ничего у нас не открыто, да? Ладно, продолжаем. Девятый, получается, уровень. Ладно, ребят, погнали. Ну ладно. Мы тебя сейчас вынесем. Давай. Иди сюда, ботяга. Ты чё, вообще офигел? Ты мне бошку пробил. Да, Ютуб. Это просто детская игрулька, да. Да, Ютуб. Мне
ничего никакой стать, если что. Тут все легально, никаких 18+. Тут никаких убийств нет. Это они просто играют. Да. Да. Опа, он умоляет, чтоб я его не убивал. Но прости, но я очень безжалостный Руни, так что получай. Изи. Так, получается, 9 уровень прошли, и пошлите следующий уровень проходить. 10, получается, какой-то босс уже. О, опасный батя! Капец, какой он большой. Защищается, да? Ну, боже, он слабак, реально слабак какой-то, батяра. Так, давай, иди сюда. Получай, 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 получай. Ты чё? Вообще? На тебе в ногу. Так, все, подходим, подходим. Получай. Ты... Опа! Нифига у меня кромсает. Это кто тоже уже весь крови. Что... О, он прям открыл бошку так. Боже, смотри, какой он чистый. Опа, я сейчас могу и проиграть так-то. Сейчас мы включаем просто жесткого просто. Опа, опа, просто вот так. Хоба, хоба, хоба. Как он отбивается, боже, от меня? Оп, 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 оп. Умираю, умираю, умираю. У тебя просто 0 шатов. Да, мы это сделали, дорогие друзья. Просто вынесли ботяру. Две звездочки. Окей. Следующий. Мысли. Все, да? Что-то у нас сейчас новое, да, будет? Ууу, ребята! Тут уже все, тут уже серьезно. Тут уже капец как серьезно, нифига он сильный! Что это такое? Нифига, он прям защищает от двух моих мечиков, прям моментально. Так, тихо, тихо, тихо. Хоп, хоп, одним сейчас будем фигачить, одним потом, другим резко, потом. И ты забыл про этот, мой, про второй меч. Так, давайте сюда, я тебя порву просто на кусочки. Та-та-та-та-та-та, давай сюда. Так, тихо, тихо, тихо. Так, все, погнали. И прям вот так, сюда, вот просто так, сторонечком. Ебать, ему пофиг. О, во! Во, все, у него больше меча нет. Это, ты считал меня, что ли, будешь фигачить? Ты вообще, что ли, офигел? Так. Так, получай, получай. Ну, мы все, он потерял слишком много. А, боже, а где мы сейчас вообще играем, по идее? Где, что за это база? А сколько тут всего уровней, интересно? А, все? Интересно. Там, по-моему, много уровней. Эта игра не должна быть такая, как по идее. Так, братанчик, иди сюда. Ты что, вообще офигел? Ты! На батя Руни! Ну, батя Руни, короче, я Руни. Забивной человек. Ребята, офигеть! Он меня вообще как-то... Тихо-т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 ихо
Манжурский. Ра-та-та-та-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. Опа! Надо уже тут не просто играть. Хотя у него это вообще... Я даже так сильно не выгляжу пораненным. Хотя у меня хп очень мало. Опа! Все! Сломал я ему ножичку. Все, потерял он слишком много крови, короче. Ребята, прям жестко. Прям же пени, вам реально отвечаю. Ребята! Щит. Пока что не буду покупать. Или что возьмем, ребят? А, давайте шапочку. Значит, там я подумаю. Все, у нас шапочка из брутальной дороги. Все! Готов хромсать. Топор! Вы что вообще? Я такой... Ладно, у меня новые мечи. Нифига у них тут. Так. Надо его просто в угол сейчас затащить. И все будет хорошо. О, все в углу. Вот кто меня схватил, боже, этим топором. Так, все просто. О, мечи вообще мои новые хорошо хромсают. Просто давай, опа, все, у него кровотечение идет, все, он сейчас умрет уже. Все, ребят, да, все, у него кровотечение. Ну, просто, просто ставим вижу, все. Кровотечение просто. Let's go. Так. Какой пацанчик. Давай, кто? Кто первый нападет? Да, я. А чё ты? А чё ты так слабо, а? Чё, боишься? Давай, давай. Давай сюда, иди сюда. Давай, давай. Ты чё такой слабый-то, а? Давай. Чё такой слабый, а? Иди сюда.
Ой, ребят, ну все, ну лох. Ты чё, всё, ты умрёшь. Как бы вот так вот, братанчик. Смотрим, что у нас вообще тут происходит сейчас. Так. Чё, может... Давайте, наверное, щит купим, ребята. Реально, щит нужен нам всё-таки, мне кажется. Я считаю так. Как бы что-то реально полезная штука, по идее. Так, ну давайте 15 уровней пройдём и, наверное, будем заканчивать. Если вам понравилось, это просто такой пробный ролик, если вам вообще понравится, то я, конечно, продолжу. Так, ну вот, смотрите. Защищаемся, то есть. Так, подожди. А надо было поменять, ребят, мне так вообще неудобно. Ну-ка. Магазин. Мне надо поменять, ребят, местами, то есть. Да, все, во! Так нормально, без всяких там фигли-миглей. Идем фигачить. Тут что-то вообще как-то непонятно. Все, идем, ребят, фигачить. Иди сюда. Иди сюда. Слабачок. Ну ты реально слабак, реально, чел. Не смеши мои подколы. Хотя нет, не смеши мои ноги. Я прям никакой не. О, ребята, нормально так. Ну хотя я ему руку сейчас сломал, иди. Ну ладно. Ну-ка, я хочу. Пусть страдает, ребят. Короче, друзья, как-то так у нас вот такое прохождение получилось вообще. Кому вообще, мне, кстати, понравилось вообще это прохождение, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В общем, тут прошли тут нормально. Вообще, в принципе. Тут еще вот это есть. Да, тоже тут уровни есть тоже. Тут есть еще поиграть. Вот русское царство. То есть. Тут есть везде, где поиграть. Да, поискать вроде какого, нифига. Ковать, куда-то мы ушли, ну давай. Короче, как-то так. Короче, если вам реально понравится, то мы, конечно же, обязательно продолжим. Тут очень много разных кнопок. Может, даже зомби. Обычный человек, зомби. Короче, как-то так. Короче, все, давайте. Пишите в комментариях вообще эта игрушка. Мне лично понравилось. Так что как-то так. Если вам вообще понравилось, то я, конечно, продолжу. Так что всем удачи. Всем пока!